Информационно-коммуникационные технологии всегда интересовали меня. Мне было интересно, как технологии влияют на развитие общества, а также окружающую среду. Поэтому я выбрала карьеру в ИКТ. Знания об информационно-коммуникационных технологиях всегда актуальны. Некоторые профессии, они вымирают, становятся ненужными. Но технологии двигаются вместе со временем, поэтому профессии в ИКТ всегда нужны. Не стоит бояться, профессии в ИКТ – это не только быть программистом, не только быть инженером, но также это касается любого сектора. Поэтому не бойтесь и двигайтесь дальше. Изучайте и смотрите на потенциал информационно-коммуникационных технологий. Be part of Girls in ICT Day 2016.